Дом номер 41, улица Торфяная, Казань. Вот адрес халифата, основанного здесь бывшим муфтием Файзрахманом Сатаровым. Члены общины вели затворнический образ жизни и жили в катакомбах вместе с детьми, некоторые из которых, по мнению врачей, никогда в жизни не выходили на улицу. Крошечные землянки расположены на 8 подземных уровнях. В них нет ни окон, ни дверей, ни вентиляции. В ходе осмотра были выявлены наличие там проживающих около более 60 человек. Около 15 людей. Помещение, значит, было построено в виде лабиринта. Там находится помещение размером 2 на 3, 3 на 2 метра. Прокуратура завела 4 уголовных дела. Владения на 7 сотках хотят снести. Нескольких детей пришлось госпитализировать. Правоохранительные органы хотят ограничить их родителей в правах и судить по статье о жестоком обращении с несовершеннолетними. Всех остальных это мусор. Нельзя вот так, как они живут. Дети в школу не ходят. Здесь никакого медобразования, там, медосмотра. И вот какие они вырастут? Против самого 83-летнего Файзрахмана возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Сектанты требуют оставить их пророка в покое и угрожают органам опеки концом света.